А для нас-то тут все уже приготовили. Здорово. Девчонки, пожалуйста. Ларис, вы в красном, поэтому мы команда России, вы команда Уругвая. Вы на воротах давно стояли? Вообще не стояла. Доверяю. Доверяю, я думаю, все получится. Итак, конечно же... Мяч. Мяч в игру. Поехали. Девчонки, откуда желание появилось стать волонтерами? Почему вы решили отправиться на чемпионат? Ух ты! Уругвай-то. Да, да. Желание появилось еще на первом курсе, меня Эля позвала. Эля организацию, позвала. Да, нашу волонтерскую. Я как раз не была еще волонтером. Так, и дальше. Один-один. Да. Интересно стало, как это быть, помогать людям. Ага. Так, понятно. А какие требования к вам предъявлялись? Может быть, Лариса расскажет, что должен волонтер уметь. Ну, ребята, мы зарегистрировались на сайте, и супер. И с ребятами было проведено онлайн-собеседование, на котором выявлялись вообще уровень подготовки, естественно, учитывался опыт волонтерский. А опыт у вас есть, да, девчонки? Да. Ага. Они уже года три у нас волонтеры. Я здесь. Вот. И, собственно говоря, но самое интересное, что мы очень долго были в неведении, кто же у нас прошел из ребят. Сказали нам, а все, получается, результаты гораздо позже. Вот, только лишь зимой мы узнали о том, что мы все прошли. Все ребята, которые у нас регистрировались и проходили собеседование, абсолютно все прошли. А про подготовку поподробнее. Что за подготовка? Ну, то есть, конечно, ребятам задавались различного рода ситуации, где можно было бы понять, как они смогут реагировать в какой-то... ситуации нестандартной, неформальной какой-то. То есть смогут ли они справиться? Ну, девчонки, приведите пример, какой был, вот, например, у вас на собеседовании. Ну, мне, например, задавали вопрос, если еще была непонятна моя функция, и я выбирала функцию помогать достопримечательности определять людям, где. Так. И ко мне был вопрос, если я, например, стою на станции Новокузнецкая, и у меня закончились раздаточные листы по поводу того, какие где достопримечательности, что я буду делать. И вот. Ты справилась с заданием, естественно. Да, конечно. А в какой город-то вы едете? В Москву. Чем там будете конкретно? 3-3? Ха-ха! Какой матч напряжение. Мы будем заниматься там, то есть в городе Москва, мы будем работать в аккредитационном центре. То бишь мы будем выдавать красивую форму фирмы Боско организаторам, участникам. Прекрасно. И волонтерам. Именно так, да. Ага. Вот. Ну, мы, конечно, в подготовительный этап приезжаем, никогда само... я сама забила себе свои ворота. Нет, я видел. Нет. Вот. Ну, может быть, не такой, ну, то есть, не такой интересный у нас функционал, но мы застанем в это время, получается, 14 числа у нас будет открытие чемпионата мира и первый матч. Вот. И еще до 15 числа мы там, и мы много всего еще увидим и услышим. Что должен уметь волонтер вообще? Он должен знать язык, например? Да, безусловно. На нашей функции это не требуется, но знание приветствуется языка, потому что ситуации могут быть абсолютно разные, и мы же можем встретить идущего англичанина, например, по городу. Через все поле. Уругвай-то. Ну, 5-4, пока нормально. Нормально, да? То есть, если что, справимся. А как по-английски волонтер тут будет? Волонтер. Волонтер. Это французский получается. Я вообще не в курсе, поэтому, возможно, вы и правы. А, хорошо. А кто из вас, кстати, лучше знает язык? Я думаю, Галя. Галя? Галя, ну скажи мне, по-английски, естественно, когда первый матч состоится и с кем? Кто играет? The opening of the competition will be in the 14th of June. And the play game, or first game, will be between Russia and Saudi Arabia. Ага, Россия и Саудовская Аравия играют 14 июня. Июня? Да. Так, вы, ну что такое-то? 6-4, да? Я вам говорила, я на воротах не стояла. Так, понятно, все. Не сглазить бы. А вы сами-то болеть будете за кого-то, нет? Конечно. За Россию. За нас. За нас. Так, а после? А после тоже за Россию. Как это возможно? Ну, мы надеемся. Ну, есть ведь еще какие-то команды, может быть. Которые симпатичны вам, так скажем. Ну, вот я же вот это так было, подумал, это все, было у меня слов. Это было просто вообще. А? Ну, какие-нибудь команды? Аргентина? Да. Нет? Испания?
Ну хорошо, не буду вас мучить. Ответьте мне тогда уж на последний вопрос нашей сегодняшней игры. Тем более, что счет, я уже просто сбился со счета. По-моему, будет кто 6. Круче, Месси или Рональдо? Месси. Рональдо, он красавчик. Так, значит, Месси, Рональдо. Месси, я должен сказать, чтобы у нас... Нет, мы должны сказать Рональдо. Конечно, я скажу Киржаков. Конечно, да, что мне еще говорить-то? Но все равно Рональдо тогда два, получается. Все-таки Рональдо кто? Я не буду говорить. Я не буду... Потому что я не очень люблю Рональдо. Я вам сразу скажу, мне симпатичен Месси. Девчонки, спасибо вам большое. Я думаю, что вот этот результат нашего матча не повторится там, на поле. На самом деле, в чемпионате все-таки Россия, смешно сейчас скажу, станет чемпионом мира по футболу. А вдруг? Ну, а вдруг? А почему нет? А мы верим. А вам, естественно, ударно поработать, помочь всем, кому ваша помощь пригодится. Спасибо большое, спасибо за игру. Спасибо вам. Победила все-таки, я думаю... Дружба. Дружба. Пойдем.